Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. 62-летняя артистка стала жертвой чрезвычайного происшествия. Солистка золотого состава ансамбля «Веросы» Светлана Скачко погибла в Северной Осетии, передает КП. Выяснилось, что трагедия случилась в августе 2021 года, когда певица со своим мужем Игорем Воробьевым решила посетить Кармадонское ущелье. Туристы пропали без вести после рекордного схода селей, вызванных аномально обильными осадками. О своем маршруте спасателей они заблаговременно не предупредили. Спустя несколько дней муж Светланы был найден живым, а ее поиски длились почти неделю. В итоге останки Скачко были обнаружены в реке. Звезда «Веросов» Едвига Поплавская заявила, что случившееся не укладывается у нее в голове. «Какая нелепая смерть», — с сожалением заявила экс-солистка ансамбля Надежда Дейника. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.